Сейчас мы пойдем вот на этот мост. Это Ворошиловский мост, с которого открывается очень красивый вид на город. Ростов-на-Дону. Это видео, краткая экскурсия прогулки по Ворошиловскому мосту. Раньше на мосту лифты что-то работали, но сейчас не работают почему-то. Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону – мост легендарный, построенный в 1960-е годы. Он стал не только символом города, но и прорывом технологий того времени. Традиционно строительные мостовые блоки сваривали, здесь же их между собой склеили специальным клеем, пропустив внутри блоков стальные тросы, которые держали всю многотонную конструкцию. Ничего подобного в Советском Союзе тогда не строили. Ворошиловский мост является важным архитектурным элементом Ростова-на-Дону. Связь с окружающим ландшафтом и сочетание с городской панорамой были придуманы авторами проекта. Стремительная горизонталь моста, являющаяся продолжением линии Ворошиловского проспекта, плавно переходит в линию насыпи левого берега, уходящую вдаль дороги. Живописный силуэт моста привлекает туристов и горожан. Благодаря плавной изогнутости линии пролетов, изящным и строгими опорами, мост кажется легким и гармоничным. Протяженность моста составляет 620 метров, ширина 12 метров, высота над рекой 32 метра. Под ним могут проходить речные суда всех типов. Также была реконструкция моста 2013-2017 год, так как в 2007-2008 году была обнаружена трещина. В этом видео я снимаю вид с моста с этой стороны, позже перейду на противоположную сторону. Там тоже будет красивый вид. С 2013 по осень 2017 года власти Ростова-на-Дону осуществили реконструкцию Ворошиловского моста, расширив его с двух имеющихся полос до шести. Этого показателя достигли посредством строительства новых мостов, двух, на месте старого, с отдельным пролетным сечением на три полосы движения в одном направлении у каждого.
В этот день было сильно ветрено. Хотя на мосту бывает ветрено, но не, ну, бывает все это по-разному. В жаркий день будет особенно приятно прогуляться, посмотреть на окрестности, посмотреть на город, на реку Дон. Через Ростов-на-Дону протекает самая крупная река области – Дон. Также по городу проходят другие реки, среди которых Темирник и Мертвый Донец. Вот видно памятник Дон батюшка.
на этом я возвращаюсь обратно, откуда я приехал. Вот еще один лифт. Сейчас я спущусь по этой вот лестнице. Есть парковка, если на машине, если пешком, можно подняться на этой лестнице, а также на лифте. Просто в этот день лифт не работал. Такое бывает нечасто. Лифта 2. С левой стороны и с правой стороны моста. Всего 4. Спускаться все равно легче, чем подниматься. На этом все, краткая экскурсия по Ворошиловскому мосту закончилась. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо и пока. Я же отправляюсь дальше, следующим путешествием.